Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, третий день, забираем 10 самоцветов. Так, поздороваемся. Кстати, мне от Google Play пришло сообщение, что в этой игре, вот именно в ХКР-ке, 12 апреля возобновится магазин. То есть мы сможем, точнее я, может быть все, можно будет делать покупки. Посмотрим. Доживем, как говорится, до 12 апреля. Тут осталось подождать 2 денька и глянем, правда это или нет. Так, давай посмотрим, что у нас тут задание. Вот это поменять надо. Ну что это, ну... Ни два, ни полтора. Так, по событиям у нас что там? Гонки. Вступить. Попрыгунчик, ребят, ну... Я все равно не смогу пройти этот попрыгунчик, это потому что бесполезно. Это нужно амортизаторы, а у меня их нету. Зима, гонка. Что-то я на зиме тут вообще как-то мало проехал, да, если честно. Ну что, ребят, попробуем сегодня доехать. Я не знаю, докуда. Докуда сможем. Фабричный кубок, меняем вид рандомовский. Вот так вот пускай будет. С ведром на голове помойным. Как ты видишь, еду я опять на нашей баге, которая мне понравилась. Давай-давай-давай-давай, шпарь. Не перевернись только. Ну, тут вообще на изи, ребята. Первое место. Опять же, всех где-то далеко позади оставил. Прочитал я ваши комментарии, что лучше поставить на баги, ребят. Но я не понял. Опа. Баги, смотри. Зачем ускоритель дым ставить? Не врубился, если честно, на нее. Неужели вот такой вот вариант плохой, который у меня в данный момент стоит? Я не врублюсь. Вроде бы первые места занимаю. Зачем что-то мне? Я понимаю, если бы я проигрывал бы или еще что-нибудь в этом роде, тогда да, можно было бы что-то поменять. Но вроде бы все нормально у нас как бы. Воу! Я, конечно, удивлен, что мы вообще выжили. Каким я там еду? Третьим. Так, стал... Каким? Первым? А... Подожди, а как так? Ехал... С машиной делают. Ехал третьим, стал первым. Это как так может быть? Они что там, поразбив... Да нет, они сзади приехали. Не знаю, ребят, как это может быть. Кубок чего? Аллигатора? Паркующие прицепы? Фига там кто-то на луноходе, ребята. Смотри. Воу. Ну ладно, заезжаем тогда сюда, чё уж. Вот это чё-то, я не могу. Зашибись, ребят. Фу. Ну... Вот это что такое, а? Вот это что такое, я не пойму. Но это дебилизм. Ой, я, конечно, всякое было, но такой... Бредотни вообще в первый раз, ребята. Просто в первый раз. Это что такое? Сейчас произошло, блин. Да.
Какую-то фигню не смог, ребята, толкнуть. Да мало того, что фигню не смог толкнуть, так еще и... еще и разбился. Точнее, горючее кончилось. Надо же, первым приехал. Трындец. Фью, ну что, давай попробуем на последней, на третьей гонке. Опять же, старт был паршивый. Тут очень сильно нам мешают крокодилы. По крайней мере, они мне очень сильно мешают. Так, ну первое место я занял. Да, с телегой, конечно, с этой... Даже не с телегой, а как она называется-то? Ну ты видел, да? Это был просто трэш. Я не мог эту фуру вытащить. В шоке просто от этого всего. Опять же, первого места, точнее, этот идеального буста не получилось. Так что едем как едем. Тихо, тихо, я знаю, что ты... Прыгунчик-стрекоза. Это у нас девушка за рулем. Так, давай здесь аккуратненько. Потому что багги у нас любит подпрыгивать высоко-высоко. И как бы на трамплинчике, ну его нафиг. Чтобы разбиться, нет. Лучше скинуть немножко скорости, да? Но здесь, конечно, ребят, тут монетка была. Поэтому я и не сбросил эту скорость. Он когда монетку берет, он сразу... Вон, видишь, ускоряется. Очень высоко подпрыгивает. Сразу мне напоминает джип. Наш 4×4. Так, последняя гонка или предпоследняя? Что-то я не посмотрел. Так, блин, черепаха это. Помню я ее. Вредительская. Ну, вот тут вот вообще хорошо. Вот и первое место. Классно. Да, это была только третья гонка. Значит, вот она четвертая, последняя. Идеальный старт. Здесь не надо подпрыгивать высоко. Тут тоже поедем понизу лучше. Давай. Отлично, все, ребят, первое место. Прикольно. Ну что? А это у нас есть новый костюм. Опять сумрачный куб? Да вы что, вы издеваетесь, что ли? Опять кубок сумрачной долины. Да я там лечу, фиг его знает. Смотри, 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 вертушка. Прям сзади, прям по пятам едет. Ну, попрые не обогнать. Ни вертушки, ни соплюшки. Без идеального старта. Опять же, получилось все. Кто куда? Фига. Ха-ха, ККМ-ка тоже стопорнула. Окей, ребята, первое место взято. ККМ-ка врезалась на скорости. А вот этот тут, конечно, чувак. Вертушка и джипарик, это, конечно, да. Ну ты понял, да? У нас вот именно по набору скорости именно в горку отлично идет. Ну и вертушка здесь берет только тем, что она может, ребята, и по потолку ехать, и по всему, и по барабану. Но меня-то не обогнать ей.
Так, стартовый ускоритель. А вот этот костюм, по-моему, у нас отсутствует. А может быть, есть. Так, ну что, кубок в пустыне. Опять старт идеально не задался. Смотри-ка, там у нас спорткаре чувак едет. Твою налево, я посмотрел, засмотрелся на ролейку по старой памяти, блин. Давай-давай-давай. Фига себе, не мог я его обогнать, прикинь. Непонятно почему, но не мог. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Как тусы всякие мешаются, но это ладно, это ерунда. Ну, тут я вообще оставил всех позади. Этот едет. Слушай, а у него, по-моему, ускоритель колес стоит, я посмотрю. Давай-давай, как-то надо нам отрываться от них. Фига дела, аж там едет. Видишь, у него там ускоритель колес стоит. Может быть, нам попробовать тоже поставить, а? Что скажешь? Так, магнитель, ускоритель фляг. Кто-то мне говорил, поставь. В комментариях, я имею в виду. Что вообще тут можно влепить? Ускоритель фляг это где? Это колесный ускоритель. Ускоритель дым при малом количестве топлива. Ребят, ну он же при малом количестве топлива идет. Форсаж. Усиленная турбо. Прокачаем, да, наверное, усиленная турбо и плюс магнит. Дает нам силу. Силу и радиус захвата. (35 000 нужно. Это будет 10 уровень. Ну что, попробуем? Я, конечно, бы монетный бы ускоритель. Что он нам давал? Предельная скорость и длительность. Поехали. И, чувак, вот как вот он на одном колесе едет, ребята. Причем ровненько, а? Фига себе. Мотоциклист рванул, ты видел как? Да и тягач тут меня что-то сделал, если честно. Что-то он впендрючился, да? Так, вторым приехал. Этот там вломил. Я так и не помню, кто там у нас так вломил быстро. А, мотоцикл. Мотоциклист так вломил, тут теперь тягач. Хоть крылья бери и лети здесь, да? Че, я самый последний? Не пойму, то ли я на прыжках фейлюсь. Смотри. Последним приехать. Уму непостижимо, ребят. У него крылья, я смотрю, вот у этого стоят. Допустим.
Да сколько тут кактусов-то, ёк-макарёк. 5. А чё, остальные все... Не, вон они едут. Первое место все-таки мы заняли. Все-таки я, наверное, друзья, попробую немножечко поменять. Давай-ка возьмем. Может, форсаж взять? Или вот это вот. Просто проверим, ребят. Возьмем раз и... Ускоренное приземление, мне кажется, не в тему. Увеличение мышц с повышенным потреблением горючего. Фиг знает, давай вот так посмотрим. А было магнит-то, наверное, оставить. Так, я подобрал горючку, я что-то не увидел, ребят, чтобы у нас там что-то прибавилось по скорости, если честно. Понимаешь? Блин, может убрать все-таки этот... Нитро. Полетел. Что-то пока не могу разобраться, если честно. Как-то вот чего-то сейчас не хватает. Не могу, правда, понять чего. Вроде скорость все есть, но... Может быть, то, что приземляемся мы с тобой, как бы хреновенько. На два колеса тут будет проблематично, потому что ее постоянно перевешивает именно задние колеса, они более мощные, поэтому... Как бы идеального приземления здесь, наверное, вряд ли ты сделаешь. Просто вот нитро. Я смотрю, горючего мы не так уж много с тобой здесь поднимаем, чтобы прям буститься так обалденно. Понимаешь, о чем я? То есть, если его поменять. А на что менять-то? Было бы на что, я бы поменял бы. Тут нормально проехали. Идеально, я бы даже сказал бы. Так, ладно. По бревнам поехали, поедем. Может, крылья взять? Нет, крылья тоже не то. Порхать как бабочка. Так, посмотрим. Тяжеловоз, ускоритель. Управление в воздухе. Угу. Глубоководное погружение. На самом дне. Ну, попробуем. Твою налево, блин. Никто не врезался, кроме меня, да? Так, тихо, подожди, да куда? Почему закинул на автомате, ребята? Я не хотел.
Давай здесь поедем по самому днищу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там финиш, ребята. Минута 0-3. Первое место. Так, магнит. Магнит, кстати, выпадает нам на баги. Кубок шахты. Подземелье. Ой. Да куда ты? Взял горючку на трамплине, ребят. Естественно, он там бустанулся сейчас. Офигеть, конечно. Не, вот то, что он разбиться не может, это, конечно, круто. Нет, наверное, он может разбиться, если долго, как говорится, там прыгать на крыше. Тогда да. А от одного, от двух ударов, я смотрю, он, ребята, ничего не страдает вообще. Я понял. Вот и все. Здесь тоже у нас замечательно получилось. Последняя гонка. Давай, 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 не дуркуй. Найс. Ладно, поехали поверху. И тут тоже первое место, ребят. Круто, конечно, круто. Новые колеса, магнит, ускоритель фляг. Кубок колпака ступицы. Так, что-то больно знакомое. Блин, там еще одна баги. Не я тут один такой умный. Воу! Это что сейчас такое было у вертушки? Да, мы на этих прыжках, конечно. Не знаю, ребята, что он там делал. Какие-то он... Я не видел, что у него, в принципе, были эти амортизаторы. Но сальтухи он выкручивал нормальные. То есть, сам видишь, да? О-о-о-о-о. Ничего себе. Вот это я бустанулся. Фигеть. А, так он на нитро, что ли, едет, или чего? Е, первый все-таки, ребят. Как он там так скорость набирал? Может, у него там охрененно прокачан монетный... Ой, монетный ускоритель. Нитро? Что он прям так просто сумасшедший ехал. Смотри. Я не знаю, если честно. Ну, этот, конечно, тут как-то плавно очень летает. Не понимаю я, почему и как. Все равно мы первые. Ну. Ускоритель. Блин. У меня шапки такой нету. Да. Так, результаты. Какие результаты?
Не пойму, выиграли или проиграли. Так, 11 тысяч. Так, зимний шинный ускоритель фляг. 10 тысяч монет, 500 металлолома. О, форсаж. На ролейку выпал. Подожди, у меня на ролейке форсаж был или не было? По-моему, не было форсажа у меня на ролейке. Вот теперь он у меня выпал. Секунду, ребята. Вот ролейка. Ну да. Вот форсаж только сейчас выпал. Ха. Интересно, форсажик. Интересно. Я, знаешь, что только боюсь чего, ребят? Что как бы нам там без корючки не остаться на этом форсаже. Понимаешь, о чем я? Ну-ка, дай-ка попробую гоночку одну прокатиться на миле шахтеров. Так, тихо. Вот это был попадос. Все проехали, друзья, а я не смог. Объясните мне другую вещь. Как активировать эту фигню-то? Вообще-то я не пойму. Как форсаж-то действует? Я взял форсаж, а как он действует, я без понятия, ребят. Не пойму я. Тут и я форсаж не взял. Твою налево, думаю. Думаю, что у меня разгона нету? Я форсаж не поставил. Ай, Рэй, ну ты даешь. Ладно, ребята. Магнитная цепь у нас. Так, у нас тут, я смотрю, очень много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тебе и фейл. Это же надо было так впендрючиться-то, а? Все, конечно, тут, ребята. Последнее место. Еду последним. Через магнит пролетел, видел? Просто стоило врезаться в эту фигню, ребята, и все, и преимущество потеряно моментально. Да что ты? Опять, опять, ребята, 25, а? Да. Опять же, чудом чуть не разбились, но, слава богу, выкрутились кое-как. Кое-как, но нам нужно с тобой еще одно первое место занять, иначе, ребят, нам не видать победного места, потому что мы... Потому что первый у нас был вообще проигрышный, мы разбились. Так, а он на монетном ускорителе, оказывается, едет. Вот ты нафиг не получилось. Врезался в эту парашу наверху, магнит в этот. Так, давай. Забираем монетки. О, легендарка. На ХКР-ку выпала. Магнитный ускоритель. Так, песок в купальнике.
Ну, песочек это для тебя, Багги. Это твоя должна быть трасса. Иди. Так. Ну, ломай ты уже этот дом дебильный. Блин, второй раз. В тот раз мы так же сфылились. И сейчас то же самое. Такс. Ладно, вторым. Ну, что-то вообще прям бесит меня. Она до того легкая, что она не может этот домик, ребята, сбить даже. Машина. Все поехали вниз, что ли? Один я как дурачок поверх приехал, да? Окей, допустим. Здесь мы прошли нормально. Опять я поверху поехал, блин. Очень много времени тратим именно вот на этот. Вот он летит вверх, да? И сколько времени теряет? Вот посчитай сам. Пока он подлетит, пока он приземлится, очень много. Легкая машинка, поэтому она подлетает очень здоровски. Очень высоко. Дай мне вот эту вот подобрать горючку. Ну давай уж. Отлично. Получилось. Так, не надо тут. Хотя ладно, прыгай. Все. Замечательно. Весенний город. Так, у нас там 20 тысяч кубков впереди, да? Я не знаю, сможем ли мы их сегодня. Да по идее сможем. Вот, 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 ребят, смотрите. Смотрите, как жестит. Все на баги, все там. Там сзади мотоцикл еще. Смотри. Чувак с тяжеловесом едет. Нифига. Да, тут, конечно, была жесткая битва. Чего у него там тяжеловоз? Форсаж? Он ехал на форсаже с тяжеловесом? То есть он, у него там офигенная такая скорость, что он просто переворачивается, что ли, я так понимаю, да? Вот смотри, я сейчас взял горючее. Почему не сработал форсаж мой? Где? Непонятно. Все канистры пропускаем, короче. Да. Вот это я понимаю мастерство. На финише хватаем горючку и летим как пуля. Просто всех обставил. Это, конечно, круто. Вот сейчас вот эти вот. Я не понимаю, мне. Почему вот когда мы прыгаем, у меня сразу теряется скорость? Есть, молодец, горючку схватил. Фух. Да, раньше я думал, что тяжело с роликами соревноваться. Теперь я тебе скажу, что тяжело соревноваться именно с кучей баги. Я думаю, ты это и так прекрасно видишь. Причем у меня машина практически. Воу. Вот это вот сейчас хорошо было. На прыжке прям вот этот взяли мы. То есть очень много расстояния пролетели. Е. Ну ведь круто же. Конечно, круто. Я считаю, что я круто проехал здесь.
Так, давай-ка я, наверное... Я могу еще там что-нибудь прапать на нашем? Могу, конечно. Давай повышать, пока есть такая возможность. Длительность, видишь? Длительность идет. Ускоритель. 275. Ну, как бы вот так вот. Поехали, попробуем. Чего? Чего? ХКР-ка? А вот это было подленько. Фига себе, в воздухе прям подобрал даже. Здесь бы, конечно, если бы был бы ускоритель, было бы вообще топово. Я имею в виду именно монетный. Куда это я проехал? Здесь я не был. Тут, походу, дело одна гонка. Слишком длинная какая-то трасса. Воу! Да, вот это сейчас бы подкололо меня, конечно, ты видел, да? Развернул этот швеллер и в обратном направлении. Лети, птичка, в обратном направлении, ё-моё, зашибись. Кубок ледника. На баге, кстати, я, по-моему, здесь еще ни разу не ездил. Так что даже не знаю, как тут будет сейчас все это выглядеть. Она сама по себе, это багги легкая. Сейчас ветерок дунет и улетит она во свояси. Ну что тут? Ну вот, ребята. В льдину. На этот раз в льдину мы впечатались. Мужик, что у тебя там стоит? Я не могу понять. Какой лофуил? Есть! На лофуил пролетел. Горючки ноль, а я полетел на ветерке. А так и надо, правильно. Ой. Давай ты едь! Ну это вот дебилизм, ребят. Ну самый настоящий дебилизм, блин. Третье место. Трындец, блин. Упала и не едет на этой фигне, блин. Просто не едет. Дебилизм. Серьезно тебе говорю. Вот это что еще тут? Слушай, джип, отвали от меня, а? Не нервируй меня, муля. Блин, ну как же обидно было-то, а? Врезался и в лаву упал. Просто ни с того, ни с сего. Потому что машина не захотела ехать. То она у меня рвет с полточка, то просто, знаешь, фейлится. Причем на ровном месте. Проехал идеально крюк этот, да? Все сделал как надо. Упал и... сдулся. Просто сдулся, ребята. Горючую бери, поехали. Вон и финиш. Ну и вот и финиш, ребята. Ну что, мы дойдем? Блин, не дошли. 3000 монет плюс. Была бы у нас... подписка, мы бы получили с тобой пиратскую шляпу. А так мы получим с тобой ничего, просто обычную. Ух, ё. Давай, 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 возьми горючку. Красавчик.
Одобряю. Замечательно. Так, сколько там? Еще две гонки. Спокуха, дядя. Давай, 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 давай. Крокодилы, это все фигня. Мурзилыч. Так, и последняя гонка. Ой-ой-ой. Ай. Ну я, ребята, так решил проехаться, короче. Поняли, да? Я не поверху не стал, поэтому по дону, или как его там назвать, ехать. О, шик и блеск. На спортивных этих авто едут они там. Оки-доки. Ну что, ребята, 20 тысяч кубков впереди. Босс. Опа. И кто? Кто у нас босс? На раллийном авто, блин, ребят, на раллийке. Чего? Ребят, он меня оставил позади, просто пыль глотать, прикинь. Вообще сделал как стоячего, прикинь. Да, друзья, тут без вариантов. Тут без вариантов, он меня ушатает. Выходим отсюда, из этой гонки. Так, берем раллийное авто. Где у нас? Одеваем. Одеваем. Так, вот это снимаем, это одеваем. Это снимаем. Так, погоди, там можно лучше же было, помню, да? Вот это вот. Поехали. Что-то как-то на... Я не знаю, или мне кажется. Не пойму, как... Ну ладно, здесь мы взяли. Меня больше все-таки интересует там, как быть. Пипец. Ну это что такое, а? Там чувак едет с нитро, я смотрю. Мне так горючий. Нет, ребят, я, наверное, уберу все-таки. Нитро это опасно. Просто опасно ехать с ним. Горючий улетает, ну, просто со скоростью света. Поэтому я его уберу, а поставлю вместо него. Что ты поставишь?
Поставишь что? Наверное, вот это вот. Че, поехали? Попробуем. Ниф-ниф, наф-наф тут всякие. Ну, допустим. Допустим. Блин, как мне с этим чемпионом-то потом драться? Воевать. Драться, воевать же, что-то не придумал. Была бы сейчас нитрочка. Ох, как бы сейчас щеманулся бы. Только шорох бы летел бы. Так, здесь тоже нормально у нас получилось. Давай дальше двигаться. Видишь, баги всегда вперед, ребята, вырываются. Вот я всегда заметил, по скорости, да. Ну, а дальше почему-то они начинают сдуваться. Замечательно. Виктори, конечно, Виктори. По-другому и быть не могло. Блин, я ненавижу воду. Я ее терпеть не могу. Глубокий омут. Чем сзади захлыщ-то едет, а? Вот, ребята, он потерял преимущество. Почему? Потому что... Так, тихо. Потому что он пузырь свой лопнул, а новенький не успел взять. Окей. Так, давай дальше. Я не знаю, ребят, что тут на автобусе вот делать можно? Неужели прикольно ехать на автобусе на этих трассах? Блин, он прям сзади, я вижу его, ребят. Что ты делаешь, твою... Придурочный, а? Перед финишем он, ёб красоты, не заехать не смог, а? Калека, ё-моё, а? Ты запарил уже меня, блин. Ещё и камень упал. У обоих кончились пузыри. Ну, ребят, меня только на магнитке возьмет, наверное, выиграет. Да. Чего у него там? Не знаю. Так, ну меня интересует больше вот этот дядя. В плане, мы еще не доехали, что ли? Вы си... Я думал, мы сейчас будем с боссом драться, блин. А мы еще, оказывается, не доехали. Давай ты там подгазани хоть как-нибудь-то. Все идут с этими, прикинь, все идут с усилителями для колес. Слушай, отвали, а? Чувак самый умный оказался, да? Правильно сделал. Просто притормозил, на трамплин заехал, и все, ребят, и перелетел нас всех.
Ну чё ж ты не стал прыгать на трамплинчик, а? Притормозил бы и был бы в дамочках бы уже бы. Так, ребят, ну меня интересует больше вот этот вот гонка. Гонка с боссом, конечно же, гонка с боссом. Ох, не знаю, что сейчас будет. Трасса, конечно, другая. Чего? То есть я беру тачку круче, он берет еще круче машину, да? Как вам такой расклад, друзья мои, а? С монетным ускорителем едет еще. Чепушил это несчастный. Все, ребят, тут понятно. Тут все мне понятно. То есть, что бы я ни взял бы, какую бы машину бы я ни взял бы, он берет машину круче. Вот и все. Он уже давно на финише стоит, ее просто. Одни запчасти валяются по округе. Лучше, блин, не придумаешь. Лучше, ребята, не придумаешь. Да ты посмотри, его уже здесь даже не видно, блин. Не, ребят, это бесполезно. Это бесполезно здесь его обгонять вообще. Да, хотел 20 тысяч кубков взять сегодня в серии, ребят. Но, видимо, не успею, время уже поджимает. Давай-ка, наверное, тогда в следующей серии. Это трэш. То есть я беру круче машину, он берет еще круче. Молодцы. Ладно, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.